14 юных краснолучан отправились сегодня на отдых в Северную Осетию. Ребята пройдут курс оздоровления в лечебно-реабилитационном санатории. Кроме того, их ожидает там множество интересных мероприятий. Об этом рассказал глава администрации города Краснолуч Юрий Кондратенко, который лично провожал детей. Сегодня мы отправляем 14 детей, сирот и детей, лишенных родительской опеки, на отдых в детский лечебный реабилитационный центр ТАМИС Республики Северная Осетия, Алания. Здравница расположена в долине горной реки, в живописном горном ущелье. Дети получат профилактическое лечение от многих заболеваний. Досуг будет организован на высоком уровне. Предусмотрены экскурсии по живописным местам Северной Осетии. Российская Федерация в очередной раз сделала подарок детям Луганской Народной Республики. Дети с нетерпением ожидали автобус, который повезет их на долгожданный отдых, и делились с нами своим настроением. Скажи, пожалуйста, что ожидаешь от поездки? Отдыха, новых впечатлений. Радости, веселья и новых впечатлений. Землю новую посмотреть. Новые впечатления и удовольствие от поездки ребята точно получат. Северо-осетинские власти разработали для них специальную программу с учетом необходимости их психологической и физической реабилитации. У детей будет полный спектр санаторных услуг, полноценное питание, а также знакомство с достопримечательностями Владикавказа и Республики Северная Осетия. Пожелаем детворе незабываемого отдыха и заряда позитива на целый год.